Радоваться весне, воспевать красоту жизни, конечно, угощать всех желающих традиционными кушаньями. Именно так встречают Навруз, праздник весеннего равноденствия, чья история насчитывает тысячи лет. А для студентов-иностранцев это еще и возможность через еду показать свою культуру. Это наше казахское национальное блюдо, называется бешбармак. Раньше называлось бешбармак, в переводе «пять пальцев», потому что раньше кочевники ели пальцами. Всего лишь мясо, вареное с лапшой, но какое разнообразие. Рядом тоже бешбармак, но уже киргизский. Кстати, это легендарный кумыс, его сделали заранее из настоящего кобыльего молока. И здесь же фигурный сладкий хворост, цветами и формой похожий то ли на солнце, то ли на цветок. Символика Навруза буквально пронизана образами расцветающей жизни. Также киргизские студенты угостили нас настоящим летним напитком из пшеницы. Называется шуром. Он делается только летом. То есть выходит на улицы, женщины продают только летом. Можете попробовать. Необычно. Похож на недобродивший хлебный русский квас. Считается, что чем разнообразнее будет в эти дни праздничный стол, тем мобильнее будет и весь следующий год. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.